Должен же быть отсюда выход. Дробовик-то военный, да? А, нет, не военный, не военный. Предыдущий дробовик. А, хотя нет. Это военный уже, да, по-моему. Там ни разу не саб был? Слушай, я не помню вообще. Что-то тебя вооружает очень сильно. Да так. Могли бы получше вооружить. Ну, прям по кругу разложили все. Ладно, залезай. А ты тяжелее, чем кажешься. Достаешь? Это что-то типа лебедки, что ли? Тут веревка. Я попробую ее к тебе спустить. О, давай, я вижу давай. Туннель. Тут можно выбраться. Там тоже патроны были. Опа. Привет, пап. И это тут. Тише, Эдди, тише. Что там такое происходит? Ты их не видел? О, нет. О, господи, нет. Нам конец. Это что ну что, такое? Угадаем, конец! Кто? Нам всем конец! Сейчас к лопе полетят. Ой, что-то похоже. Эдди, вернись! Нифига себе. Ты это его похоже просил? Дикого племени. Дрейк, если бы не оно пришло. Хочу, чтобы ты знал. Я тебя ненавижу. Ага, взаимно. Ну, приступим. Живучие какие. Просто спусти веревку! Быстрее! Вообще нельзя подпускать к себе. Я думал, я ловкий и сильный. Поэтому там и накидали оружие. Тут дробовик будет хорошо. Кстати. Да, дробовик надо забрать туда. Правильно стреляю, у тебя патроны бесконечные. А что ты не взял-то? Не хочу пока. А. Черт! Она вся проржавела! Не крутится! Да там давай! Не крутится у нее. Не, я просто думала, может быть, сейчас дробовик потратить, который валяется, а потом забрать свой автомат. Просто спусти меня. О, то есть у них тоже хэдшоты. Нет. Рукопашку лучше не надо. Вообще никак. Просто спусти веревку. Ах ты. А чё он так за меня переживает? Просто спусти веревку! Быстрей! О! Она вся проржавела! Ага. Не крутится! Так... Всем пофигу! Крути давай! Ух, пройдет. Застряла! Ага, около автомата, может, есть смысл крутиться. О, боже! Ушел, что ли, да? В дыры, да, уходят. Опа! Опа. Готов? Да. Меня. А чё ха-ха-ха? Сейчас я вас съедят. Мерзкий демон! Не лезь, Кэти Раджер! Эдди! Эдди, держись!
Давай веревку. Что пытаюсь понять, это они строят ловушку? Елена, возможно. Ой, да ладно. У тебя пистолет только? Нет. Ага. Тоже под заканчивалось все, да? Накидали. Поворачивается! Где наш автомат-то? В смысле поворачивается? Да там уже должно... Все было. Я пытаюсь... А? Что ну ты как? Не хватаешь? Как мне схватиться-то? Давай, Нейт. О, ну еще не фоу. Но... Я тебе помогу! Держись! Немного. О! Плохо, плохо, очень плохо! Сюда! Бежим, 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 не тратим. Пока. Беги! Тратим, очень даже тратим. Что это за твари такие? Не знаю, не знаю. Ты не ранена? Нет. Нейт. Все, тут они нас не достанут. Нейт. Что? Статуя. Где это мы? Нет? Современная, видишь? Не понял. Я просто пошли. Увидела дверь, но не стала перебивать. Дверь-то клёпанная вся, видишь? Угу. Такая. Ого. Лодка. Да. Вот откуда подлодка на Амазонке. Нейт, иди посмотри. Они его нашли? Проникли в хранилище и все оттуда вынесли. Да, но с монастырем-то какая связь? Не знаю. Что-то не складывается. Если статуя теперь там, это значит, мы были прямо над ней. Наверняка этот лифт ведет наверх. Нацисты не оплатили электричество. Да чтоб тебя! Если добраться до машинного зала... Можно восстановить подачу энергии. Только сначала надо найти выход. Стой, что ты делаешь? Что ты делаешь? Я нашла выход. Молодец. Ага. Молодец. Ну что, пошли? Нет. Тут ты сам, ковбой. Нормально. Нейт, ты же знаешь, я не допрыгну. Я тебя не оставлю одну с этими монстрами. У нас нет выбора. Ты включишь питание, вернешься за мной, и потом мы отсюда смоемся, ладно? И иди уже. Я скоро вернусь. Ага.